И, возможно, от этого идет название UDEVS. По Измаилу Айларову в Дигоре играли пастухи, но вот Измаил Айларов говорил, что он в детстве слышал, как дигорцы, ну, дегурфи еот дам сахтой в жагжин ваденстей, мадам хохоцупай бма шасахт коштиш. Но вот, наверное, есть какое-то другое название у дигорцев, нежели в жагжин ваденс. Ну, в жагжин ваденс, понятно, здесь вот язычок и ваденс, название инструмента. Сейчас, возможно, они не будут строить пока, потому что инструмент надо бывает разыгрывать, чтобы немножко трости согрелись. Ну и, в принципе, все. 5 отверстий на одной, одно отверстие на другой. Но есть еще другое описание. 6 отверстий на одной и 4 на другой. Вот мы сделали пока вот один вариант. Ну, мы сделали, нам сделал Антон Платонов. Бесплатно, совершенно, как бы, ну, когда я его спросил, почем стоит инструмент, сколько мы должны ему говорить, ну, это мой маленький вклад в возрождение осетинской аутентичной музыки. Спасибо Антону. Thank you.